Привет всем! Просили показать, как создать шаблон, например, группы юнитов, чтобы каждый раз не набирать по новой, не расставлять их так и так. Сейчас я выйду в редактор. Вот у меня полная батарея S200 с командным пунктом, радарами и низколетящих целей, и скоростных целей, и пусковые установки 6 штук. Сейчас мы выйдем в редактор и посмотрим, как это производится в редакторе, быстренько и коротко. Выходим на главную, заходим в редактор. Миссию создавать не надо вот здесь, создать миссию не надо. Вам нужно создать шаблон на любой карте, это делается, какая первая под руку попадется. Ну, допустим, вот тут просто возьмите на берегу озера и просто расставьте технику. Какую вы хотите, вот. Возьмите вот, ну вот Россия, она у вас будет граунд 1, потому что граунд 1, ставим, допустим, кого, ну ПВО, давайте найдем, вот. Опять же, ЗРК, допустим, С200, вот тут их три объекта, С200, вот допустим, пусковая, ну сделаем их там, например, ну 5 штук, вот 5, у нас будет что, пусковая, вторая пусковая, третья пусковая, и допустим вот две машины, вот эту мы сделаем РЛС, а вот эту мы сделаем тут подальше, вот так вот. Следующая машина какая? РПЦ. Все. Теперь смотрите, вам сохранять эту миссию не надо. Вы можете посмотреть, как вы это красиво расставили прям тут. Нет, не надо сохранять, просто посмотреть мы хотите, не нажимайте сохранить, а просто глянуть. Есть такая возможность. Посмотрите, как у вас тут красиво, некрасиво, ровненько. Просто внешне посмотрим. Если нас это более-менее удовлетворит, вот они стоят. Допустим, вот здесь. Вот. Раз, два, три, четыре. Четыре штучки. Вот пять объектов. То есть РЛС-ка. Вот такая РЛС-ка. И три пусковых. Нормально? Нормально. Выходим. Выход. Редактор. Пока никаких миссий не сохраняет. Ну, можем что сделать. Эту ракету можно вот туда направить. Эту ракету на север. Эту ракету, допустим, на восток. Ну и все. Теперь смотрите. Вы выделили объект, он называется Ground 1. Вот здесь объект. Добавить шаблон. И вот здесь, смотрите, Россия. Тут на шаблонах нет, их сестер. А вот Ground 1. Создать новый объект. Шаблон. Называем объект, допустим, S200, ну и сколько? Ну я так называю, 5, ну там 5 объектов, 5 юнитов. Все, сохранили. Теперь у вас есть, вот в России появился у вас объект там S200, 5 юнитов. Все, теперь вы можете выйти отсюда вообще, не сохраняя ничего, не надо. Допустим, все, у вас шаблон есть. Вы заходите в редактор, и вам нужно создать миссию. Создайте миссию, допустим. Ну где? Ну давайте. В Персидском заливе. Почистим коалицию, оставим только он, допустим, красных сюда. Ну а синих туда. Синих сюда. Создаем. Вот теперь вы на Персидском заливе. Вы создали миссию, теперь придется вам ее сохранять, в отличие от шаблона. Ну, допустим, вот остров, вот этот. У вас тут аэродром, вы хотите усилить. Смотрите. Объект. Добавить шаблон. И вот у вас есть S200 пока. Ну и вот где-нибудь вот тут его и ставите. Все. Ну, единственное, что его надо вот Россия, ну, объединенный красный. Все. У вас шаблон стоит. Вы можете пока выйти без сохранения и посмотреть. Ну вот, у вас есть теперь ваш же шаблон, но на персидской карте. Вот, три пусковых и две радиорелейки. Вот так вот, в принципе, хоть куда, хоть на Неваду можете засунуть, хоть над Ла-Манш. Все. Делается легко и просто. Теперь смотрите. Вы можете этот шаблон отредактировать.
там как хотите, сохранить его снова. Ну вот, единственное, что, допустим, вот у вас как шаблон, он может поворачиваться, смотрите, можете развернуть. Допустим, вы еще хотите добавить его еще раз, допустим, для примера. Ну вот не сюда, ну допустим, вот сюда, где-нибудь вот тут поставить хотите, вот здесь. Опять, объект, добавить шаблон, вот сюда. Вот он тут стоит, опять же, делаете его потом привязку, но его можно повернуть. Можно вот так разворачивать, вот так, вокруг первого самого его юнита. Его можно повернуть, допустим, надо его в ту сторону. Вот ставите там курсом 310. Он теперь будет так стоять, или курсом наоборот, это уже как хотите, вот таким. Все, у вас есть шаблон, вы его засунули, ну и также красным. Все, у вас теперь два шаблона. И здесь, и здесь. Ну вот можете посмотреть его на теперь тут. Вот он есть. Теперь выходим. Можете не сохранять. Я, например, она мне не нужна, просто как пример. Я ее не сохраняю. Старт. И смотрим, теперь у нас два дивизиона из 200 стоят. В разных местах. Вот. Первый на острове. А вот второй, недалеко от аэродрома. Опять же. Все понятно. Должно быть все понятно. Редактор миссии. И все. То есть вы расставляете объект, добавить шаблон. Потом вот здесь его сохранить. Новый. Когда вы наберете, этот шаблон уже не сохраняется, он у вас уже есть. Ну, можете вот. Он уже все. Он уже не шаблон. Он уже объект на карте. А так расставили, добавить шаблон и загрузили его. И все. Ну все, вот на этом пока и хватит.